Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники публичных слушаний. Публичные слушания у нас по вопросу о согласии на преобразование Вольновского муниципального образования Саратовского района городского области путем объединения с муниципальным образованием города Саратов. О согласии на преобразование Тупковского муниципального образования Саратовского муниципального района Саратовского области путем объединения с муниципальным образованием город Саратов. О согласии на преобразование Росковского муниципального образования Саратовского муниципального района Саратовской области путем объединения с муниципальным образованием города Саратов. О согласии на преобразование Ускульдинского муниципального образования Саратовского муниципального района Саратовской области путем объединения с муниципальным образованием города Саратов. В июне 2021 года в Саратовскую городскую думу поступили решения Совета Вольновского муниципального образования Саратовского муниципального района Саратовской области о согласии на преобразование Вольновского муниципального образования путем объединения с муниципальным образованием города Саратов. Решение Тупковского муниципального образования о согласии на преобразование Тупковского муниципального образования путем объединения с муниципальным образованием города Саратов. Решение Совета Росковского муниципального района Саратовской области о согласии на преобразование Росковского муниципального образования Саратовского муниципального района Саратовской области путем объединения с муниципальным образованием город Саратов. Решение Ускульдинского муниципального образования для согласия на преобразование Ускульдинского муниципального образования путем объединения с муниципальным образованием город Саратов. С учетом результатов настоящих публичных слушаний депутатами Саратовской городской думы будет принято окончательное решение на ближайшем заседании Саратовской городской думы. В случае принятия положительного решения депутатами также будет рассмотрен вопрос о внесении на рассмотрение в порядке законодательной инициативы Саратовской областной думы проекта закона Саратовской области о преобразовании. В свою очередь, в случае принятия указанного закона Саратовской областной думы, нами будет инициировано внесение соответствующих изменений в устав муниципального образования города Саратов после прохождения государственной регистрации вступления, в силу которого процедура преобразования будет завершена. Уважаемые участники слушания, для подсчета голосов нам необходимо с вами избрать счетную комиссию. Предлагаю брать ее в количестве двух человек. Предложение создать счетную комиссию включить следующих кандидатов: Агафонова Александра Викторовича, будет председателем комиссии, и Кулькина Алексея Викторовича. И голосование привести в списке. И кто за, пожалуйста. Против? Воздержать? Против? Воздержавшихся нет? Таким образом, у нас выбирается счетная комиссия в составе двух человек. Агафонова Александра Ильича, председатель счетной комиссии, и Кулькина Алексея Олеговича, соответственно, в составе счетной комиссии. Мы с вами утвердили счетную комиссию. Уважаемые члены президиума, прошу занять ваши места в президиуме для того, чтобы нам продолжить дальнейшую работу. Слово для доклада по вопросу о согласии на преобразование Вольновского муниципального образования Саратовского муниципального района Саратовской области путем объединения с муниципальным образованием города Саратов. О согласии на преобразование Тупковского муниципального образования Саратовского муниципального района Саратовской области путем объединения с муниципальным образованием города Саратов. О согласии на преобразование Росковского муниципального образования Саратовского муниципального района Саратовской области путем объединения с муниципальным образованием города Саратов. О согласии на преобразование Ускульдинского муниципального образования Саратовского муниципального района Саратовской области путем объединения с муниципальным образованием города Саратов представляется заместителю главы администрации муниципального образования города Саратов по взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления, председателю комитета правового обеспечения, члену комитета публичных слушаний Леону Максиму Геннадьевичу. Пожалуйста, Максим Геннадьевич, у вас 10 минут. Спасибо. Добрый день, уважаемые участники публичных слушаний. В соответствии с законом Саратовской области от 15 декабря 2020 года номер 163 ЗСО, от 2 апреля 2021 года 41 ЗСО, уже преобразованы Багаевское муниципальное образование, муниципальное образование Красный Текстильщик, Рабушанское и Сининское муниципальное образование Саратовского муниципального района Саратовской области путем их объединения с муниципальным образованием города Саратов. 25 сельских населенных пунктов, ранее входивших в состав указанных муниципальных образований, на сегодняшний день
является частью нашего муниципального образования. Муниципальное образование города Саратов приступило к выполнению взятых на себя обязательств перед уже присоединенными территориями. Так, на их территории успешно реализуется отдельная программа, предусматривающая благоустройство дорог и дворов, ремонт учреждений социальной сферы, замену коммуникаций и многие другие вещи. На эти цели выделены необходимые бюджетные средства. На сегодняшний день это уже порядка 140 миллионов рублей. Значительная часть запланированных мероприятий уже завершена или находится в стадии завершения. Льготы и тарифы, действующие на данных территориях до преобразования, продолжают действовать. Встречи с жителями присоединенных территорий, сельских населенных пунктов, главой города и профильными структурными подразделениями проводятся на постоянной основе. Все возникающие проблемные вопросы вместе обсуждаются и оперативно разрешаются. Отсутствие негативных последствий для сельских жителей от предполагаемого преобразования подтверждается письмами соответствующих территориальных подразделений, федеральных органов и органов государственной власти Саратовской области, а также письмом Комитета по федеративному устройству вопросов местного самоуправления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также уже состоявшимся преобразованием. 7 и 24 июня 2021 года между муниципальными образованиями и задействованными в данном этапе преобразования заключено соглашение, целью которых является урегулирование интересов граждан, проживающих в сельских пунктах, по вопросам сохранения статуса сельских поселений, доступности муниципальных услуг и упрощения административных процедур, нахождение на территории населенных пунктов представителей администрации города, а также сохранение существующих льгот у жителей. В случае принятия решения о преобразовании в дальнейшем состав муниципального образования города Саратов помимо 25 войдут еще 54 сельских населенных пункта. Площадь муниципального образования города Саратов составит более 2285 квадратных километров, а население более 890 тысяч человек. Уважаемые участники слушания, плюсы агломерационных процессов очевидны, поэтому Саратов, как и многие города нашей страны, будет продолжать двигаться в данном направлении. Доклад окончен, спасибо за внимание. Добрый день, уважаемые участники публичных слушаний. Прежде всего, необходимо сказать о том, что процедура преобразования для Саратовской области не новая, она предусмотрена 131 федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации. В соответствии с 131 федеральным законом объединение поселений в городских округах осуществляется с согласия населения поселений городского округа, выраженного представительным органом соответствующих поселений и городского округа, а также с учетом мнения населения муниципального района, выраженного представительным органом соответствующего муниципального района. Укрепление городов путем присоединения прилегающих территорий – это естественный процесс, который затрагивает в той или иной степени практически все административные центры субъектов Российской Федерации. Обусловлено это так называемым агломерационным эффектом концентрации экономической, социальной и иной инфраструктуры на относительно небольшой территории, повышает ее инвестиционную привлекательность, создает факторы для включения в ранее недоступные по разным параметрам федеральные программы и мероприятия национальных проектов, уменьшает барьеры для бизнеса и в то же время снижает издержки при осуществлении публичного управления. Саратовская агломерация уже сложилась исторически. Агломерационные процессы продиктованы социально-экономическим развитием региона. Этот формат дает новые импульсы и пути к совершенствованию как управленческих, так и технологических процессов. С этих позиций предполагаемое присоединение к Саратову некоторых территорий Саратовского района процесс не только объективный, но и определенной степени неизбежный. Если это не произойдет сейчас, то обязательно случится в будущем. Учитывая сохранение имеющихся возможностей сельских территорий, возможность реализации дополнительных мероприятий в рамках национальных проектов, реализуемых в городе Саратове, а также взаимовыгодное сотрудничество, касающееся логистических и градостроительных процессов в городе Саратова, нет оснований говорить о каких-либо негативных последствиях объединения, когда в то же время существует перспектива расширения возможностей в случае объединения. Спасибо за внимание. Если у нас нет возражений, то я предлагаю утвердить итоговый документ. Нет возражений? Предлагаю утвердить итоговый документ. Прошу голосовать. Кто за? Три. Против? Нет. Воздержались? Тоже нет. Таким образом, у нас принимается итоговый документ. Уважаемые участники публичных слушаний, давайте подведем итоги наших публичных служб. Все замечания и предложения, которые у нас были
внесены в комитет, а также выступления будут внесены в протокол публичной службы. Итоговый документ будет представлен в Саратовскую городскую думу для официального опубликования. На этом публичные слушания завершены. Решили поблагодарить всех за участие, пожелать присутствующим здоровья, успехов, дальнейшей местной работы, здоровья, особенно.